Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам предлагаю сегодня в этом видео связать со мной вот такой вот цветочек. Цветочек вот с такими листочками. То есть можно когда завязать на волосиках куклы, да? Они вот эти вот листочки будут вот так вот смотреться. Очень красивенько, мне понравились. И я хочу вам показать, как я вязала этот цветочек. Вязала я его с детской новинки. Вот детская новинка. Вы можете любой другой взять, какой-то и цвет любой другой можете взять, и пряжу какую-то может другую взять. Вот у меня детская новинка, это цвет фиалка. Ну, такая популярная пряжа, да, в 50 граммах 200 метров. Крючок у меня 2,75. И сейчас набираем косичку из воздушных петель. 44 воздушных петельки набираем. Я не сказала вам размер цветочка. Давайте я измерю вот по этой стороне, чтобы вам примерно знать. Потому что бывает, что не передает экран размеры. Да? Ну вот почти 6 сантиметров. Где-то 5,5. 5,5 сантиметров. Вот такой вот цветочек. Вот. Итак, я набрала, давайте его положим тут красивенько, я набрала 44 воздушных петельки, вот, косичку, да, из 44 воздушных петелек. И второй ряд мы провяжем столбики с накидом, четвертую петельку от крючка. Вяжем столбик с накидом и провязываем столбики с накидом, продолжаем в каждую петельку. В итоге, чтобы у нас получилось 38 таких столбиков. То есть вот я уже связала вместе с первым столбиком первый столбик подъема, да, а у меня уже 4 столбика. И вяжем, продолжаем вязать, считаем, 38 столбиков надо самостоятельно. Так, связали мы. Здесь такой вот хвостик остается, пусть он вас не смущает. Вяжем следующий ряд. 3 воздушных петельки, поворачиваем вязание. И в эту же петельку провязываем 4 столбика, то есть у нас будут сейчас пышные столбики. То есть вяжем 4 столбика с накидом, не провязывая до конца. То есть смотрите, вот вяжем столбик с накидом, да, не провязываем до конца. Вот видите, 2 петельки на крючке. Снова сюда же 3 петельки. Еще раз 4 петельки. И пятую петельку. Вот у нас 5 петелек получилось, да? И теперь мы их провяжем все. Вот так вот раз. Вот такой у нас пышный столбик получился. А воздушной петелькой мы закрепляем. Закрепляем вот этот вот пышный столбик. И затем вяжем 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И соединительным столбиком в эту же самую петельку провязываем соединительным столбиком и так ниточку подтягиваем. Вот. Затем вяжем 3 воздушных петельки и уже вот в эту петельку, в следующую, да, снова вяжем также 1, 2, 3, 4. Опять мы провязали 4 столбика с накидом, но не провязанных, не довязанных, да? У нас 5 петелек на крючке, и мы их потом провязываем. Воздушной петелькой закрепляем. 1, 2, 3. И соединительным столбиком закрепляем эту петельку.
Вот такие у нас получаются лепесточки. Снова набираем 3 воздушных петельки. И в следующую провязываем то же самое. Столбик с накидом не довязываем. 1, 2, 3 и 4. И затем провязываем и закрепляем воздушной петелькой. Так, теперь 3 воздушных петельки и соединительным столбиком вот такие получаются у нас лепесточки, да? И надо их все связать, И в конце, значит, у нас должно получиться их 38 штук, да? Но две последние нам нужно будет связать желтым цветом. То есть я связала желтым цветом. Вы можете одним и тем же цветом, то есть вот таким же цветом можете связать. Вот, но я решила вот эту серединку сделать желтенькую. Он, мне кажется, так симпатичнее цветочек смотрится. Вот, вы смотрите сами, как вы захотите. Итак, я думаю, что здесь все понятно, да? Вяжем теперь самостоятельно вот такие лепесточки. Итак, у меня получилось вот этих вот лепестков 36 лепестков получилось, да? Получилось 36 лепестков. Я уже ниточку обрезала, убрала. И взяла вот эту желтую, но это не детская новинка, а другая ниточка, но разницы нет. Желтенький цвет взяла. И сейчас буду вязать 2 лепестка, свяжу желтым цветом. У меня осталась вот одна петелька, и вот сюда вот боковушечку я еще одну свяжу. Так, вот эту петельку я сейчас распущу. Вот. Так. Так, и соединительным столбиком я уже введу вот эту желтую ниточку. Вот. Эти ниточки подтяну. Постараюсь их сейчас ввести, заплести. Так, провязываю 3 воздушных петельки и сюда провязываю пышный столбик, 1, 2, 3, 4, так, да, так, закрепляем, 1, 2, 3, и еще вот так это, так вот сюда. Так, провязали соединительный столбик. И еще 1, 2, 3. И вот сюда вот сбоку провязываю еще один такой же лепесточек. Так, да? И соединительным столбиком соединяюсь. Все. Так, теперь что? Ниточку обрезали. Вставили вот в желтую ниточку, вставили в иголочку. Так. И вот эти вот 2 желтеньких лепесточка, я их вот так вот соединяю. Вот. И их просто-напросто сошью. Вот эти вот краешки, крайние петельки. Просто беру и сшиваю.
Все. Вот. Это у нас серединка цветочка будет. Теперь берем и аккуратно вот так вот сворачиваем. Сворачиваем лепесточек этот. Вот так вот сворачиваем. Чтобы здесь у нас ровненькая вот эта вот получилась такая пластиночка, как бы, да? Эти ниточки, они у нас в серединке будут. Теперь вот в эту ниточку вставим иголку вот вставили иголочку и аккуратненько прошиваем вот эти вот все, стягивать не надо ничего, просто аккуратненько прошиваем. Эти вот желтые ниточки можно было, наверное, связать их, конечно, и обрезать, чтобы они нам не мешали. Ниточка коротенькая, надо было побольше оставить ниточку. Вот будете, если вязать еще такие цветочки, то оставляйте сразу побольше ниточку. Когда набираете воздушные петельки, косичку из воздушных петель, оставляйте побольше ниточку. Вот этот крайний цветочек тоже, его подцепить. Ну вот у меня еще вот эта нитка есть, я могу еще эта ниточка тоже то же самое связать. Короче, сшиваем. Так, и теперь мы свяжем вот такую вот такую завязочку, да? Набираем воздушные петельки. Я набирала, по-моему, 70 воздушных петелек, косичку из 70 воздушных петелек. А вы смотрите сами, если вам длиннее надо, то длиннее делайте. Сейчас я скажу, какой размер вот этих вот завязочек у меня. Я прям от листика, листик сам не буду замерять, а от листика замерю. Вот 30 сантиметров у меня завязочка, вот это 30 сантиметров, и листики где-то сантиметра, наверное, 3 будут, да? Да, 3,5 где-то сантиметра листики сами. Вот, поэтому по размеру смотрите сами. Я наберу 70 воздушных петелек и там потом посмотрю, может быть, подлиннее сделаю. 70 воздушных петелек набираем. Так, я набрала 80 воздушных петелек. И теперь будем вязать вот такой вот листик. Листик вяжется легко. Наберем еще 3 воздушных петельки и в третью петельку от крючка провяжем соединительный столбик. Затем в следующую петельку провяжем столбик без накида. В следующую петельку провяжем полустолбик с накидом.
Затем провязываем столбик с накидом. Еще столбик с накидом, следующий ряд вяжем. Затем сюда же, вот последнюю петельку, чтобы провязывали столбик с накидом, сюда же еще провяжем столбик с накидом. Так, в следующую петельку столбик с накидом. Затем полустолбик с накидом. И затем столбик без накида. В следующую провязываем столбик без накида. Сюда же еще столбик без накида. И вот эту вот ниточку, ну вот эту вот тесемочку у нас, да, так вот повернем и вяжем по другой стороне. Провязываем столбик без накида. Вот здесь у нас осталось так, как бы, да, вот стороночки. Затем полустолбик с накидом. Затем столбик с накидом. Сюда же еще раз столбик с накидом. В следующую столбик с накидом. Здесь можно уже по-разному делать. Вот можете вот сильно выгнуть его так, можете вот так же, вот как сейчас я делаю. Так, следующую столбик с накидом. Затем полустолбик с накидом. Затем столбик без накида. И в следующую столбик без накида. Затем вот сюда вот провязываем соединительный столбик. А можно еще раз сделать такое пико. Вот так вот 3 воздушных петельки. И соединительный столбик. Вот. То есть такой как бы остренький листик, да, и потом пройдем соединительными столбиками вот по этим петелькам до этого места. Соединительными столбиками проходим вот так вот по краю листика. Вот, прошли про край листика. И теперь заходим на эту тесемочку и провязываем столбики без накида. Вяжем. И здесь не довязываем несколько столбиков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков не довязываем. Сейчас мы вяжем вот столбики без накида по этой тесемочке. Вот так вот. Вяжем самостоятельно. Так, ну и вот мы дошли до второго листика, да? Осталось у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петелек. Ну и давайте вязать. Вяжем полустолбик с накидом. Затем столбик с накидом. Затем еще столбик с накидом. Сюда же столбик с накидом. То есть как прибавка у нас получается 2 столбика в одну петельку. Затем столбик с накидом.
полустолбик с накидом, еще полустолбик с накидом давайте свяжем, затем столбик без накида, так, затем вяжем 3 воздушных петельки, в третью петельку от крючка провязываем соединительный столбик, вот так, да, и теперь по второй стороне вяжем столбик без накида, затем полустолбик с накидом, давайте еще полустолбик с накидом свяжем, затем столбик с накидом, так вот расширяем, да, листик, затем 2 столбика с накидом в одну петельку, 2 столбика с накидом, вот один связала и второй связала, вот эту ниточку, видите, обратите внимание, что я ее сюда ввязываю, затем следующую столбик с накидом, затем полустолбик с накидом, затем столбик без накида, так, ну такой какой-то кривой у меня получился листик, ну ничего страшного, и затем соединительный столбик и ниточку обрезаем. Обрезали ниточку и затянули. Здесь маленько не очень красиво у меня получилось. Но листик, он и есть листик. По-разному бывают листики. Не обязательно они могут быть симметричные. Вот. Поэтому вот такими столбиками с накидом, можно с 2 столбиками, 2 столбика, можно связать столбик с 2 накидами, допустим, да, вот, то есть как бы постепенно вот так он, где шире, где уже, ну вот такой вот листик у меня получился. Вот здесь вот я, давайте посмотрим, вот такие листики, здесь даже какие-то маленькие, может быть, я крючок брала другой, не помню я, конечно. Ну вот как-то так. Как-то так получилось у меня. Сейчас вот эту иголочку, ниточку вставлю и продерну вот сюда вот ее. Так, ниточку убрала я, да? Вот, и теперь к этому цветочку мы просто пришьем. Вот такая вот завязочка получилась. Сейчас покажу, как это выглядит на куколке. Вот такие вот красивые бантики, да, получились на этой куколке. Вот она у меня еще не одета. Будем вязать ей платье. Вот такая вот красота. Я надеюсь, вам понравились эти цветочки. И вы тоже свяжете своим куколкам такие же красивые цветочки. Всего вам доброго. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч. Всем пока-пока.